Зона КЗ. Пикет в поддержку казахского активиста Серижана Билаша проходит в Алматы. Алматы, 12 июля, Казтаг, Мадина Алимханова. Пикет в поддержку казахского активиста Серижана Билаша проходит в Алматы, передает корреспондент агентства. Около 10 активистов, участников событий 16 декабря 1986 года, собрались у монумента Желтексан на пересечении улиц Желтексан и Сатпаева в Алматы, требуя немедленного освобождения лидера организации по защите прав этнических казахов в Китае Атажир Терехтлера, который находится под домашним арестом. Пикетчики требуют прекратить преследование в отношении Билаша. «Преследование Серижана – это преследование всех казахов», гласит один из плакатов в руках участников пикета. Также пикетчики напомнили об активистах, которые признаны Европейским парламентом политическими заключенными, указав Арона Атабека, Макса Бакаева и других известных казахстанцев. Примечательно то, что на месте событий нет ни одного полицейского, при этом пикет проходит абсолютно мирно и спокойно. Билаш был задержан 10 марта в одной из гостиниц Алматы и сейчас находится под домашним арестом. Следствие инкриминирует лидеры движения Атажир Терехтлера в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни. Политактивист известен своей критикой в адрес китайских властей из-за ситуации с этническими казахами в Синьцзяне. Сама организация Атажир Терехтлера до сих пор не может получить государственную регистрацию. Серижан Билашұлына бостандық талап етіңіз. Немесе Серижанды Нобель бейбітшілік сыйлығына ұсынуды қолдаңыз. Ойыңызды айтып, видеоны мына WhatsApp-тарға жіберіңіз. +7 771 455 90 90. +7 700 230 75 26. Қолдау видеоның талабы өте қарапайым. Бейне тойларда тілек сөз сөйлегенде сөйлейсіз. Видеоны ұялы телефоныңызбен түсіріп, бізге жіберіп бересіз. Ойыңызды анық айтасыз, аты жөніңізді, мекен жайыңызды айтасыз. Серижан Билашұлына бостандық талап етемін деген сөзбен, Серижан Билашұлын Нобель бейбітшілік сыйлығына ұсынуды қолдаймын деген видео болғаны абзал. Дыбыстық, аудиолық немесе жазбаша қолдаулар жарамайды. Тек қана видео қабылданады. Қазақ тарихындағы ең маңызды халықаралық тарихи оқиғаға қатысушы болыңыз, әрі куәгер болыңыз. Қағыс қалмаңыз.